Так, Луна, 24 января 2021 год, 16:56 по Киеву. Собрался уходить домой, но все-таки сниму на автоматических настройках Луну. Отвратительное качество изображения из-за облачности, а не только из-за моих операторских способностей. Предыдущие два дубля делал с ручными настройками ISO 100, сотню оставил, а сейчас это автоматический режим. Светочувствительность не уменьшал я искусственно. В принципе, облачность ее уменьшает достаточно и самостоятельно. Сейчас снимем Альдебаран, снимем Марс. Поблагодарим матушку природу за то, что впервые за месяц практически дала нам поснимать. Месяц не было вообще просвета в небесах. Один раз был, но было -24. И это не та температура, при которой готов вытаскивать аппаратуру на улицу. -10 я еще как-то снимал слияние Юпитера с Сатурном, но -24 это, знаете ли, перебор. А сейчас у нас +6, +7. Для января погода не очень, температура, но для съемок вполне даже себе. Не буду я пробовать. Пойдем. Сегодня у нас Луна рядом с Альдебараном. Где у нас рядом Альдебаран? Что, уже закрыли облака, что ли? А, вот он. Альдебаран. 4 угловых градуса между ними. Между ними это в смысле. Не между Альдебаранами, а между Луной и Альдебараном. Трясет ветром. Претензии не ко мне. Ну, то есть можно и ко мне, но толку никакого. Как в первом, так и во втором случае. Опа, вот они, наши красавцы. Справа Альдебаран, слева это желтое пятно, это Луна, придется поверить на слово. Так, ну и пошли к Марсу. И быстренько по домам. Ждем весны, ждем хорошей погоды, ждем ярких астрономических событий. Да, ну, облачка белогривые, я бы сказал, лошадки. Или белокрылые, крыл бы я их нецензурными словами, но ничего, подождем хороших погод. Грех жаловаться. Слияние Юпитера Сатурна снял. Парад планет летом 2020-го снял. Все, МКС будет 18:13 пролетать. Его я ждать не буду. 24 января 2021 год. Харьков, 17:01 по Киеву.